Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Шифр» второй сезон. Приятного просмотра! Действие сериала разворачивается в 1957 году в Москве. Ирина, Анна, Софья и Екатерина раскрывают новые загадочные убийства. Подполковник Мура Проскурин категорически против вмешательства девушек в дела следствия, но в исключительных случаях ему все-таки приходится использовать их уникальные аналитические способности и нестандартные неожиданные идеи. Многое изменилось в жизни девушек с тех пор, как они спустя несколько лет после войны вновь стали спецгруппой. Соня развелась с Виктором, устроилась на работу в МУР, у Сони и помощника Проскурина Кима Вершинина завязываются романтические отношения. Катерине удалось наладить понимание с дочерью Лидой. Анна больше не работает в ресторане, и в ее личной жизни наметились серьезные изменения. И только у Ирины все по-прежнему – муж, дети, работа в школе. Хотя это только внешнее спокойствие и благополучие. Но несмотря на личные проблемы, девушки активно продолжают деятельность своей спецгруппы, которая все больше приобретает особый смысл и значение в их жизни. Четвертая серия. Свекровь продолжает выказывать недовольство Соней, постоянно напоминая той о возрасте и первом замужестве. Катерина знакомится с Григорием, сыном соседки Зинаиды Ивановны, вернувшимся из долгой полярной экспедиции. Заметив, что Катерина явно нравится Григорию, Зинаида Ивановна предостерегает сына от отношений с сидевшей и дурной женщиной. В деле появляется новое тело, причем способ убийства аналогичен тому, коим были умерщвлены Лабухов и его жена. Убитой оказывается секретарь Алексея. Алексей не может предъявить алиби, в результате чего становится главным подозреваемым. В фотоателье девушки находят хитроумно спрятанный тайник Лабухова, но в нем лишь пленки с эротическими кадрами. Анна понимает, что разгадка преступлений кроется в шифре на коробочках от пленок. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу, ну и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на нашем канале.